такие как пирсы, платформы на воде, видовые башни и три основные входные зоны новой типологии, такие как эковорота. То есть в стратегии предполагаются разные способы, разные методы по созданию выходов к реке, которые не нарушают экологию и биоразнообразие территорий. Скажите, пожалуйста, а срок реализации этой стратегии? Вообще в планах реализация парков идет в течение 10-20 лет, но насколько я знаю, что есть такие энтузиазм у города и у республики реализовать ее в течение 5 лет. Нет, я наоборот хочу сказать, что многие не знают, как это все вообще выглядит, ну, и просто могут пройти, затоптать и так далее. То есть не к тому, что пойти посмотреть, а как их защитить. Ну вот мы как раз это все учитываем и надеемся, что да, вместе с экологами мы как раз отметим и покажем. Возможно, будут какие-то определенные мероприятия для того, чтобы показать вообще, какие они, где они, образовательные, то есть объяснить жителям, что и как это выглядит. Спасибо.